называться «Летнее время». И я вам хочу сказать, что вот это, то, что он мог делать публичные вот такие спектакли, а-ля «Прима», изображать любую, то есть это было не просто изображение обнаженного тела. Он улавливал абсолютное сходство человека, которого он изображал. Это было удивительное сочетание мастерства, вот такого ремесленного умения, когда мы говорим, как пишет художник. Вот это слово «как» написано, это было совершенство. И с другой стороны, вот эта своя, ни на кого не похожая манера, о нем нельзя было сказать, что вот он учился там у того-то или у того-то, и художник вот в манере таких-то мастеров. Он был совершенно своеобразен вот в своем подходе. Таким образом писали разве что плакаты, как он писал картины. Поэтому он был уникален и ни на кого не похож. Теперь вернемся к импрессионизму. Почему его одновременно называют и импрессионистом, и не импрессионистом? Первое. Импрессионистом, потому что он так же, как импрессионисты, благоговел перед возможностью передать мгновение, передать секунду, передать состояние здесь и сейчас. Но второй момент, который абсолютно не импрессионистический, он не видел все цвета спектра в белом. Или он не отрицал, что черное вообще надо выбросить с коричневым вместе из этюдника, а оставить только цвета яркие, сияющие и так далее. И в отличие, скажем, если мы мысленно вспомним любую картину Клода Моне, где все оттенки синего, зеленого и так далее. Посмотрите на эту воду. Эта вода больше похожа на фотографию цветную. Согласны со мной? Поэтому он в этом отношении, в том смысле, что он не искал разноцветия, он не клал отдельно мазки, чтобы они в глазу преображались в один цвет, в другой. То есть импрессионисты очень любили этот прием. Желтый, синий положить раздельно на холсте, и при дальнем рассматривании картины мы с вами видим зеленый. Потому что соединяется желтый и синий у нас в глазу. Он этого ничего не делал. Потому что у него он старался написать как в жизни, как настоящее. Именно поэтому он пользовался такой дикой популярностью. Дальше. В гамаке. Теперь самое время рассказать о его личной жизни. Потому что, как я уже говорила, это был человек без берегов. Вернее, я бы так сказала, без ограничений. В нем не было ограничителя. Поскольку он был бастард, то еще во времена, когда он учился в Академии художеств, он начал писать заказные портреты, потому что его бабушка, дедушка, крестьяне не могли ему обеспечить такую жизнь студенческую, к которой он стремился. И он стал сам зарабатывать, предлагая делать заказные портреты. Была такая девушка Эмма, которая интересовалась искусством, была очень образована и была дочерью текстильных королей. То есть вы понимаете, что такое крестьянский сын, который учится на художника. То есть нищий художник никому не нужен. А она, девочка, которая получила и образование, и воспитание, и вообще жила в таком мире, в таком кругу, которая могла сама принять решение заказать портрет художнику, потому что у нее были личные деньги. Тоже в какие-то свои 20 лет. Вы много знаете 20-летних с такими средствами, чтобы человек мог заказать хорошо оплачиваемый заказной портрет. В наше время, в 21 веке. Это речь идет о веке прошлом, о начале прошлого века. Вот эта девушка, пока она ему позировала, они поняли оба, что они, в общем-то,
друг к другу питают определенные чувства. Ее фамилия была Лам. И очень, так сказать, целая, я бы сказала, прослойка общества. Все, что было связано с тканями, с модой, все шведское общество, которое имело отношение к легкой промышленности, при одной ее фамилии становились по стойке смирно, потому что это были люди не просто богатые, а мегабогатые. И этот никому неизвестный мальчишка, Андерсон, делает ей официальное предложение. И она должна решить для себя, кроме того, что он ей нравится, кроме того, что у них завязались любовные отношения, кроме того, что хороший портрет, она должна для себя решить, выйдет ли из него что-то, чтобы вот то сопротивление, которое она понимает заранее, что будет сумасшедшее сопротивление ее семьи, кроме того, что они миллионщики, они еще были страшные снобы. Как это ты выходишь замуж за бастарда безродного? А, чтобы все это преодолеть, ради чего? И они обручаются, а после обручения она его спрашивает. Ты должен мне поклясться, что если я все-таки решусь выйти за тебя замуж, то я получу крепкую, надежную семью, и что ты станешь художником очень востребованным. Он поклялся ей. И когда это произошло, то есть вот это вот уникальное чутье, которое было у этой МЛА, чутье, она в нем рассмотрела будущего мэтра, которого будут хотеть короли, президенты, миллионеры, как я уже говорила, становиться к нему в очередь. Вот она рассмотрела в нем вот это вот будущее. И что интересно, когда он стал знаменит, всемирно признан, он с таким провинциальным, ну я бы сказала, налетом, выходя из своего дома в Стокгольме, когда Эмма спрашивала, а ты куда? Он ей говорил, я к Оскару. Он очень хочет, чтобы я написал его портрет. Ты передай, пожалуйста, теще и тестю, что я к Оскару. Вы знаете, кто такой Оскар? Принц. Король Швеции. То есть, вы понимаете, какого он достиг уровня, что он мог своим тестю и теще королям текстильным умыть лицо таким образом. Я отправляюсь писать портрет короля. Вы не думали, что вас взять так не очень удачно. А вы очень, вы выиграли лотерейный билет, самый главный, что ваша дочь вышла за меня замуж. Ну, смотрим дальше. Кстати говоря, это Эмма в гамаке. Весь разговор о ней велся. Вот как раз период страстной любви Андерса и Эммы. И вы видите, с какой нежностью прописана вот эта маленькая ножка в туфельке на каблучке.